Весна – самое подходящее время, чтобы сменить работу. Психологи утверждают, что каждый четвертый россиянин именно в марте подумывает об этом. На спрос есть и предложение. Весной часть работодателей активно набирает новый персонал. Найти друг друга поможет центр занятости. Как работает выездной отдел кадра? В чем преимущество индивидуального подбора работников? Узнаем у директора центра занятости населения Тюмени, Тюменского района Ирины Микрюковой. Ирина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала хочется понять, вообще индивидуальный подбор персонала, то есть в чем его особенность? Наверное, всем знакомо такое понятие, как работник на своем месте, да? Это большая ценность для предприятия, для любой организации, когда они точно подходят то, что нужно. Это сложно. Это сложно, особенно тогда, когда нет своей службы по персоналу, когда этим приходится заниматься директору или он кому-то поручает это дело. В данном случае может помочь центр занятости. То есть индивидуально, под запрос предприятия, мы можем даже выехать на них, на территорию предприятия, можем пригласить к себе, уточнить требования, подобрать необходимый персонал. Формат выездного отдела кадров тоже работает? Да. Часто бывает, что предприятию нужна консультация в сфере труда, в сфере занятости. Кроме подбора персонала еще нужно проконсультировать, как не допустить каких-то нарушений, все сделать правильно. Поэтому выезжаем, помогаем, консультируем. Ну, выгода для работодателя, она тут, конечно, очевидна. А вот для соискателей вакансий плюсы есть в этом? Конечно. Это экономия времени потом и для работодателя, и для соискателя. Наверное, такого ресурса, как есть у центра занятости, нет ни одного кадрового агентства, ни одного частного предпринимателя, который оказывает такие услуги. Сколько соискателей уже удалось трудоустроить таким образом? Ну, такую технологию мы используем с конца прошлого года. Больше 200 человек вот именно в таком режиме мы трудоустроили. Ну, более 140 предприятий такой услугой воспользовались. Предприятия в основном это крупные? В основном, да, это крупные предприятия были. Вы постоянно общаетесь с работодателями, вы уже, наверное, примерно понимаете, кого они ищут чаще всего. Вот какие вакансии у нас наиболее востребованы сейчас? Если говорить вообще о рынке труда, то, конечно, это сфера строительства, услуги, торговля. Это те сферы, где есть постоянный приток кадров, где постоянно идет локация кадров. Если мы будем говорить вот о выездном кадровом агентстве, о такой технологии, то чаще всего были заявки на какой-то высококвалифицированный персонал, руководящие сотрудники. Был вариант массового подбора, когда требовалось порядка 70 работников подобрать одной специальности, и такую услугу мы оказывали. Вот мы же очень часто можем услышать от соискателей работы, что я бы рад работать, но меня не берут без опыта. И отсюда у меня сразу возникает вопрос, у кого все-таки больше шансов, у молодых и начинающих или уже у опытных? Однозначно сказать нельзя, это то же самое, что средняя температура по больнице. Кому-то требуется опыт, потому что есть такие специальности, когда работодателю нужно, чтобы человек пришел, встал. Но опять же, руководящее звено, о котором мы говорили. Да, конечно. И начал эффективно осуществлять свою трудовую деятельность. Где-то, возможно, опыт работы не столь важен. Допустим, у нас требуется автослесарь с знанием английского и немецкого языка. В данном случае да ничего себе. Опыт не так будет важен. Вот такие критерии. Через ваш центр найти работников может любой работодатель. Куда обращаться? Да. Абсолютно любой работодатель, независимо от штатной численности. Мы готовы подобрать одного работника и какую-то комплексную бригаду к определенному времени. Обращаться можно в центр занятости Республики 204В. Кому удобно, можно позвонить 27-33-22 и назначить встречу. Спасибо большое за встречу. Желаем вам хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания.